Я Марсель, мне 10 лет, я только начал жить, но уже столкнулся с трудностями. Раньше мы думали, что спорт это скучно. Раньше в школе меня обижали. Но с клубом «Патриот» я эти все трудности пройду. Но я пошел в «Патриот» и смог дать отпор, кто меня обижал, и я нашел друзей. Но после того, как мы пришли в спорт, он полностью изменил нашу жизнь. Эти ребята стали победителем социального проекта «Спорт как дорога в жизнь», и будем надеяться, что это станет для них хорошим стартом. Спорт нас объединил, мы стали сплоченнее, занимаемся в одном спортзале, в одной школе учимся, гуляем вместе на улице. Трудности нас объединили. В данное время молодым ребятам, молодым парням, вот таким вот пацанам не хватает ориентиров. Просто элементарно не на что равняться. Поэтому я считаю, что каждый уважающий себя мужчина должен вот таких вот ребят выхватывать где-то из подворотен, из плохих ситуаций каких-то. И просто либо приводить в спорт, либо своим личным примером объяснять, что такое хорошо. Если вам что-то не нравится в жизни, надо брать и менять это. Что-то делать для того, чтобы это изменить. Не нужно расстраиваться, переживать о чем-то. Надо просто брать и делать то, что ты можешь. Мы пробуем сделать все, что можем. Оказываем, как можем, какое влияние на этих ребят. Будем надеяться, что оно дойдет до них, и они не уйдут в сторону. Будем надеяться, что таких ребят, которые способны на какие-то хорошие поступки, будет только больше с каждым годом в нашем городе, в нашей стране. Ждем этого. И будем жить в отличном месте.